этот проект. Он мне действительно очень нравится и своей простотой, с одной стороны, с другой стороны, с глубокой вот такой исторической памятью, исторической справедливостью, что люди занимались спортом, люди занимались мотоспортом, мотопробегами, туризмом, развивали дорожную сеть. То есть это все вот в рамках той большой истории страны, которую мы сейчас переформатируем, что у нас действительно должен развиваться внутренний туризм, какие-то наши внутренние понимания, что у нас огромная красивая страна, в которой очень много интересных мест, очень много интересных и умных людей. Наши амичи сделали этот пробег. Во-вторых, как бы, да, есть чем гордиться. И с удовольствием это делаем. Память о тех отчаянных мотоциклистов, которые в 28-м году проехали этот путь. Антураж вот этот, весь коллектив, это очень завораживающее и очень такое сильное чувство уверенности, что тебя не подведут, не подведет тебя мотоцикл, не подведут тебя люди. И ты будешь всегда с кем-то рядом. Музыка прекрасна, да. Прочитали, что проходит мотопробег. Замечательно. Люди стоят, радуются, улыбаются, слушают музыку. Это прекрасно, что есть такое место, где можно получить заряд хорошего настроения.